Совсем скоро придет весна, а с ней и весенние праздники. День 8 марта ассоциируется с пробуждением жизни, женскими улыбками, цветами и подарками. Накануне этого чудесного праздника мужчины всех возрастов мучаются над решением вопроса, чем же удивить любимых. Всем нам важно внимание. Даже если презент уже выбран, никогда не будет лишним дополнить его косметикой, ароматными гелями для душа, наборами от магазина «Дав Косметик». В день 8 марта хочется подарить подарки всем и подружкам, и коллегам, и маме. Вот, например, я выбрала подарок вот этот для моей подруги, это для моей коллеги. Ну и, конечно, и маму никак не забуду. Поэтому здесь можно найти подарок для каждой «Дав Косметик». Сюрприз можно сделать несколькими способами, и один из самых проверенных и простых – подарочная упаковка. Перед тем, как женщина распакует подарок, она уже испытает первые положительные эмоции. В «Дав Косметик» можно найти много наборов, которые оригинально преподнесены. А еще в «Дав Косметик» есть «Коробочка мечты». Такой подарочный набор, куда входит маска объем для волос, густой восстанавливающий шампунь, крем для рук, крем для ног, маска для волос, крем для защиты волос, еще бальзам для волос. Боже, это правда коробочка мечты. Отличный подарок и красиво упакован. Если подарить девушке на 8 марта обычный шампунь, то этот жест она может не понять. Но если это будет набор, состоящий из нескольких позиций, который упакован с любовью и заботой, то это совсем другое дело. В «Дав Косметик» можно и самостоятельно выбрать подарочный комплект. Это может быть японская или корейская косметика, кремы и лосьоны с невероятными цветочными и ягодными ароматами, или гели для душа и пена для ванны. Ассортимент в «Дав Косметик» большой, есть из чего выбрать. Никто не останется без подарка.